Привет, друзья, подписчики, зрители канала. Мне уже писали, куда ты там пропал, так что не переживайте, я на месте. Забрасывать канал не собираюсь. Просто вот так вот сложились обстоятельства, что пришлось отложить рыбалку. В общем, не было возможности ездить. Ну вот, наконец-то, впервые, можно сказать, за полтора месяца, все-таки мне удалось вырваться на рыбалочку. Уже так хорошо похолодало у нас. Видите, сегодня уже теплая куртка, шапка, потому что с утра реально прохладно. Приехали сегодня вместе с Алексеем, он уже начал рыбалку, уже бросает. И даже поймал уже две рыбы, окунька небольшого и щучку, пока я здесь собирал лодку. Как вы уже поняли, рыбачить будем мы сегодня на спиннинг. Говорят, конечно, что ловится и на фидер, но мы так подумали, что лучше все-таки вырваться на спиннинг. Сейчас раннее утро, 7 часов утра. У нас уже собрана лодка. Собрал я спиннинг свой. Кстати, да, спиннинг я взял сегодня лайтовый. Фаворит вариант 4,14 грамм тест. Пока здесь собирал снасти, то наблюдал такую картину, что по той стороной очень много всплесков щуки, то ли окуня. Так что сейчас прыгаем в лодку, перейдем на ту сторону и будем там обрасывать береговую линию. Приехали сегодня на довольно-таки интересный водоем. Это старое русло реки Десна. Где-то километр туда впадает в реку. Сейчас есть соединение, поэтому рыбка сюда постоянно заходит. Есть щука, окунь и даже судак. Так что не теряем ни минуты времени и будем начинать. Смотрите, друзья, надеюсь, что-то мы сегодня поймаем. В принципе, мы уже поймали. У Алексея уже две рыбы. Так, Алексей меня все подгоняет и подгоняет. Давай, прыгай, поплыли. Там по ту сторону капец, бои такие. Щука, по-моему, или окунь. Как думаешь, щука? Щучка. Всем привет. Вот лодочка наша 2,40, двухместная. Я думаю, нам хватит места с головой. Много вещей не брали. Рюкзак, что-то покушать, якорь и все. Самое главное — водичка. Да, без воды никуда, даже зимой и осенью. Главное, конечно, чтобы сегодня не было дождя. Что, друзья, мы уже в лодке. Сейчас переходим на другую сторону. Там щука, конечно, бьет и бьет. Сейчас перейдем, думаю, и с берега обросаем, обловим. Погодка сегодня как раз на хищника, на щуку, на окуня. Так что я думаю, сегодня должны быть поклевки. Приманок брали много. Воблера, вертушки, силикон. Так что будем пробовать на все. Друзья, капец, что творится в берегу. Будем все-таки, наверное, рыбачить с лодки. С берега смысла нету. Зарядил, кстати, для начала я вертушечку. Вот такую вот, под окуня, под щучку. Ну, у Алексея уже две или три поклевки было. Надеюсь, я что-нибудь поймаю. Так, не понял, какой-то удар был. То ли зацеп, то ли рыба. О, вот, друзья, прям на камеру. Смотрите, какой кабан. Вы видели, ребята? Посмотрите, какой кабанюра. Вообще прям заглот взял. Ты-то я понимаю, красавец. Второй заброс. Такой кабасик.
Так, фоточку для Фейсбука, Инстаграма сделали. Теперь нужно как-нибудь освободить крючок. Капец, друзья, в шахте вообще. Где-то есть у меня инструмент. Сейчас освободим. Ну, окунь такой зачетный, я думаю, можно смело забирать. Конечно, можно смело забирать. Да. Такой, грамм, наверное, 200. Все, с инструментом легко и быстро все. Этот друг отправляется на Кукан. Так, поскорее делаем заброс, друзья. Берег просто кипит. Окунь, щука. Видать, мелочь сбилась около берега, и хищник ее здесь караулит. Дождик начинается. Так. Очень мелко здесь, меньше полуметра. Так, фрикцион отрегулирован. Вроде бы более-менее нормально. Ё-моё, поклёвка, по-моему, была. Или поклёвка, или зацеп. Нет, всё-таки, друзья, поклёвка. Да. Я почувствовал, что даже приманка как-то в боко пошла. Хорош, друзья, вот эта подача была. Хорош. Снова кабан. Хорошенький такой, да? Расцветка такая, в точечку, красивый. Тоже зачетник. О, и Алексей прет. Тоже окунь, да? Да, но больше. Да, окунь. Ой, за ним еще выходят. Капец, друзья. Я же говорю, хищник активный сегодня. Как раз такая погодка. Так, шнур у меня здесь перехлестнулся. Пока что ничего и выдумывать, вижу, не надо. Бросай себе на вертушки и лови. Так. Флюрик стоит, друзья, 0,47. Уже более-менее будет держать щучку. Капец, окунь активный. И там всплески. Капец, второй заброс у Алексея, второй окунь. Да и кабан какой вообще, смотри. Да, вот хороший. Закапчится, будет вкусный. Да, накопчение то, что надо. Вертушки у нас, друзья, точно одинаковые. Что у меня, что у Алексея. О, вроде бы нюхал. Батя, кущ, кущ. Да, совсем вижу, куща.
куст травы вообще кипит, чтобы вы понимали. О, вы видели, торчит. И у меня есть. Главное попасть в точку. Ну, это, друзья, тоже зачетка. Таких тоже мы забираем. Пока что буду где-то ноги бросать сюда в лодку прям. Вы видели, что творится? О, и Алексей прет. Ё-моё! Давай его сюда, паркуй, паркуй. Я сейчас немножко переплыву ближе к траве. Сейчас, сейчас. Так, я думаю, ближе уже не надо. Метров 15 подплыл. С одной точки уже штук 5 или 6 поймали. Друзья, смотрите, что они творят. Это вообще какой-то жор. И окуня какие, посмотрите. Ё-моё. Сюда на базу. Я даже перчатки уже снял, чтобы не мочить. Вот это я понимаю начало рыбалки, да, Лёха? Да. Тем более, если полтора месяца не рыбачил, это вообще кайф, друзья, не передать вам. О, торчит в Алексея. Не? Мимо? Нет. У меня тишина. Не надо. О, четко забросил так, как раз под траву. Сейчас проведем. Опа. О, ё-моё, была поклевка. Удар был. Что такое? Тоже мимо. Научилась-то просто. Да. Ну чё? Опа. Четко так положил вообще. Я же говорю четко, прям под траву торчит. Капец, на такой спиннинг, как их приятно ловить. Накопчение идет. Там коса просто. Да, там... О, ё-моё! Дип-дип-дип-дип, чувствую в руку. Там получается коса и трава растет. И он туда, наверное, вышел кормиться. Глубина, друзья, метр, метр двадцать, не больше. В Алексея поклевки идут, идут. Не понял. Удар, по-моему, был снова. Опача. Аккуратно. Катушка петлю сбросила. Но это по моей вине. Просто не посмотрел. Да закрывал дужку.
Не знаю, друзья, видно на камеру или нет, но кусты просто кипят. Его там такая масса окуня. И крупные, и мелкие. Я думаю, может быть, пробовать поставить какую-то вертушку поменьше. Или силикон маленький в равномерку. Видели? Вот он есть. Ну, тоже такой, я хочу сказать, немалый, немалый. Быстро туда же приманку. Видели, как они бьют? Вот он, вот он. Ничего себе кабан. Прям возле лодки влупил. Заглот вообще. Заглот. И в Алексея поклевка. Щука, Леха? Похоже на щука. Щука, да. По-моему, щучка тоже. Нет, ничего себе кабан. В Лехе еще больше. Смотрите, друзья, вот это он. Да, трофейчик. Да, зачетка вообще. Так, продолжаем, друзья, продолжаем. Пока что никуда переплывать не будем. Если ловится, то зачем куда-то плыть? Посмотрите, блин, снова тащу. И снова кабан. Ё-моё. На три тройника. Так, иди сюда в лодку. Торчит, снова торчит. Видели прикол? Не, ну такое это уже мелочь. Таких я брать не буду. Зови папу, маму, бабушку, дедушку. С левой стороны как-то поменьше поклевок. В основном все поклевки идут справа куста. И еще один торчит. И у Алексея есть. Ё-моё. Блин. Только подплыл. И сразу лупашат. Ну такие, друзья, окуня, видите. 100 грамм стабильно есть. Зачетка. Зачетка, в общем, стандарт. Поптыть самое то. Да, так я давно не попадал на окуня. Вообще, бросаешь, они заброс клюют. То вечно приходится вымучивать, выпрашивать. Так, сейчас должна быть поклевка. Смотрите.
Так. Плохо, конечно, что ветром относит. Думаю, может быть, якорь бросить и все. Немножко, друзья, прекратились поклевки, и мы с Алексеем решили спуститься вниз. Как вы можете наблюдать, вон там уже Десна. Вот здесь вот старик впадает в реку Десна. Сейчас обросаем здесь возле берега кусты, траву, коряги, а потом, возможно, поджигуем. Хотим поджиговать именно на бровке, где соединяется река и старое русло. Там есть возможность поймать и судака, и щуку. Хотелось бы, конечно, хорошенькую щучку потаскать. Но пока что она не клюет. На щуку, наверное, нужно силикон ставить. На вертушку она уже вряд ли так будет клевать, как летом. Ловим уже где-то с полчасика здесь на входе. И чем дальше заплываем ближе к Десне, тем меньше поклевок. У Алексея были поклевки, сход щуки. У меня тоже были тычки, но такие слабенькие. Походу мелкие окуня. В общем, думаем сделать еще по пару забросов вон там на бровке на входе. А потом будем возвращаться туда-назад. Ну, потому что нету смысла реально здесь рыбачить. Да, места красивые, конечно. Но, как вы видите, клёва здесь нету. Да, и признаков рыбы явно меньше, чем там, где мы начали рыбалку. О! А вот и поклёвочка на камеру. Видите, только камеру включил, как раз он клюнул. Это окушок, друзья, такой хороший, зачетный. Опа, еще один торчит. Бросил прямо на струю, на течение. И вот он взял. Какой полосатый матрос. Так, ну давай еще туда бросим. Не понял. А, это зацеп, да. Вон всплеск. Туда-туда. Рыба сейчас вся держится в траве. Пока трава не упадет, я думаю, рыба на ямы не выйдет. Капец, друзья, минус Десна. Как так вообще возможно? Поклевка, чувствую, что рыба. Делаю подсечку, хоп, и все. Видать, щука промахнулась и срезала шнур. Да. Поводок не очень длинный был. Ё-моё. Что, придется перевязываться. Но щука, по-моему, была такая неплохая.
маленькая бы щука не клюнула. Да, да. Только что друзья так плотно пробили вход и на вертушки бросали, и джиговали на силикон. Но поклевок здесь... А, и на воблера Алексей пробовал. Но поклевок нету, можно сказать. Я поймал двоих окушков, и у Алексея там было пару поклевок. Мы приняли решение возвращаться назад туда, где начинали рыбалку. Ну и там уже будем что-то пытаться поймать. Приплыли, друзья, на то место, где начинали рыбалку. Здесь тоже всплесков не видать. Активности окуня нету. Ну посмотрим, если окунь ловиться не будет, то будем упираться в щучку. Поставлю какой-нибудь силикон и будем таскать в равномерку. Там, кстати, можно даже поджиговать вверху. Коряги есть. Ну, такой активности, какая была с утра, сейчас нету. Он с утра вышел, покормился и все. До вечера вообще может даже не двигаться. Погоду сегодня, конечно, крутит. То дождь, то ветер, то солнце светит. Солнышко пригрело, так аж жарко стало. Нужно, наверное, куртку снимать. Ближе к обеду, друзья, поклевок совсем мало. Одни тычки. Тычки нюхает и все мимо. Я думаю, это мелкие окушки, скорее всего. Щуки нету, бросали ее в равномерку на силикон и джиговали. Щука молчит. Еще побросаем, поупираемся. Если поклевок не будет, то думаю, будем скоро заканчивать нашу рыбалочку. Решили, друзья, мы еще с Алексеем пробить вот такую крючку закоряженную. И здесь приямок такой небольшой. На джиг вообще сегодня не ловится. Сколько не пробовали, ни единой поклевки. Я все меняю приманки, поставил вот такую вертушку с желтым лепестком, третий номер, больше уже, конечно, заряжено под щучку. Но, увы, поклевок пока нету. Я думаю, еще метров 100-200 пройдем и будем заканчивать рыбалку. Ну, потому что я не вижу смысла оставаться. Если бы еще были поклевки, то да. Но ближе к обеду рыба вообще закрыла рот. Даже признаков не подает. Такое чувство, что ее вообще нету в воде. Да, Леха? Да, ну вообще. У Алексея тоже тишина. И рыбаки тоже, вижу, плавают. Ничего не ловят. Хоть рыбка не ловится, все равно, друзья, приятно. Сидишь на природе, отдыхаешь. Солнышко светит. И тем более, я считаю, мы с утра так довольно неплохо отловились. Окуня немножко поддали нам адреналина. И то лучше, чем ничего. О, а вот и вымочил Леха. Окунек такой. Не крупный, но тоже приятно. Да. За такое время поклевки не было. Да.
больше часто плавали, поклевок вообще не было. Здесь вот с под травки выскочил все-таки один, попался. Так, нужно собрать приманки. Приманок, конечно, я сегодня перебрал, можно сказать, пол коробки. Пытался сегодня рыбачить даже на вот такого ратлина, там на входе в десну бросал, тоже ни единой поклевки. Думаю, зимой его разловим, если все будет нормально. Если лед, конечно, будет. Хотя, в принципе, в прошлом году мне даже это не мешало. Я даже с лодки рыбачил на балансиры. Так. Что, друзья, на этом и будем заканчивать нашу с вами рыбалку. Мы уже с Алексеем на берегу, собрали снасти. Сейчас собираем лодку и едем. Смысла оставаться мы не видим, так как буквально за 2 часа всего лишь одна поклевка и все. Но это совсем уж. По воду крутит. Я думаю, из-за этого рыбка не хочет ловиться. Но все равно, я считаю, с утра мы так неплохо отловились, что я, что Алексей. Была прям такая раздача окуневая. Вот мой уловчик. Больше десятка окуней. Такие попадались и зачетные, и поменьше были, конечно. Щуки мне сегодня не повезло поймать. А вот в Алексея сегодня есть одна щучка такая небольшая. И тоже до десятка, может быть, десяток окуней. Такие красивые есть. Там по 250, по 300. В общем, что сказать, пойдет. Алексей, пару слов. Тебе понравилось? Да, рыбалка была с утра впечатлительна, но после утра вообще не кайф. Да, ближе к обеду вообще поклевки прекратились. Но что поделаешь, отдохнули, что еще нужно. Так что, друзья, мы поехали домой. Вы, конечно же, ставьте палец вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока!